Даже не то слово. Хорошее вино – это напиток богов, это любовь, это счастье. И утилизация того, что выращиваешь здесь, потому что же друзья. Просто проблема в том, что нужно пить нормально, правильно, как говорят. И нужно знать меру, как говорят, знать где, с кем и сколько. Да, ну, поэтому и важно что, да. Вот здесь в этой бутыли крыжовник подбраживает, подбраживание на мездре так называемое, перемолотый, растертый до мездры крыжовник, он помещается вот в бутыль, закрывается перчаткой, заматывается обязательно резинкой, чтобы была возможность принципа работы обратного клапана. Туда, да, обратно, вот метан, углекислый газ, который выделяется при брожении, он проходит через этот резиновый обратный клапан. Он оттуда пропускает, брожение происходит за счет кушания вот углеводов анаэробными бактериями, которые здесь же и размножаются, кушают сахар и те вещества, которые есть в ягодке, сахароза, фруктоза, переваривает их, а продуктом жизнедеятельности их является этиловый спирт или винный спирт, он называется. Но только дело в том, что брожение идет градусов до 12-13, не больше. Потом эти бактерии коагулируются, выпадают в осадок. И вот практически в домашних условиях с концентрацией 12% спирта трудно приготовить вино. И это вино используется, как правило, один год. Позже вот это сухое вино, то есть сахар выброжен насухо, через месяца три он получается виноматериал, вот из крыжовника, из смородины, там другой срок, из крыжовника, например, 6 месяцев виноматериал готов, из смородины через 3 месяца готов, но он еще не готов по составу, его нужно доводить, исправлять, готовится специальные сироп из сахара на бродящем вот этом виноматериале, на вине. А потом добавляется по вкусу. Ну, женщины любят более сладкое, мужчины более экстрактивные, с большим содержанием кислоты. А градусы можно добавлять за счет использования винного этилового спирта до бесконечности.